Те из вас, кто был в ранние времена интернета, какие онлайн-загадки вы помните, которые остаются нерешенными? Когда Симпсоны сделали клиффхенгер, кто стрелял в мистера Бернса, они сделали конкурс, чтобы узнать, сможет ли кто-то решить эту загадку. На сайте Симпсонов был один комментатор, который решил это, используя подсказки правильно. Это не было счастливой догадкой. Исполнительные продюсеры пытались сделать все возможное, чтобы найти человека, который это решил, но так и не смогли. Кроме того, что Мэгги не смотрит в сторону, когда Бернс говорит: «У кого хватит смелости остановить меня?» И веб-сайтов. Какие еще файлы есть? Я угадал, честно, правильно, используя некоторые подсказки. Однако я не тот, кто сделал это первым, к сожалению. Grngecko.com Torment был сумасшедший для меня. Я не помню, как я нашел это, но это положило начало головоломке, которую было не слишком сложно решить. Но она продолжала давать больше головоломок с возрастающей сложностью. Я помню, что у меня была тетрадь, в которую я записывал материал, чтобы попытаться решить эти загадки. В конце концов, я остановился и пошел на некоторые форумы, на которых люди прикрепляют какие-то работы, пытаясь выполнить это. Но я не верю, что кто-нибудь когда-либо смог их решить. В конце концов, головоломку убрали, и создатель создал новую серию головоломок, которые были решены в течение нескольких дней. Мне всегда было интересно, что было в конце той загадки, и именно благодаря этому сайту я полюбил загадки и головоломки. Это напоминает мне о Нотпране. Трудности Нотпрана, казалось, довольно быстро увеличивались. Я помню тот, на котором я застрял, был просто изображением сарая. В исходном коде написано, где была сделана эта фотография. Решением было загрузить картинку и посмотреть данные Exif, но все мои друзья и я были подростками, что было немного за пределами нашего опыта. Я так и не понял, что такое зомбаком. Лол, зомбаком было первым, что пришло мне в голову. Он был выпущен 20 лет назад, в 99 году, и некоторые до сих пор ждут, когда закончится этот глупый экран загрузки флеш. В зомбаком возможно все, недостижимое неизвестно на зомбаком. Спойлер, это просто бесконечный экран загрузки. Я помню это рандомное видео на YouTube, где парень похищает девушку. И через 10 лет он опубликовал видео под названием «С юбилеем» и с дьявольским смехом смеялся над мистической загадкой в конце. Это исчезновение Морры Мюррей, и видео было размещено на 8-й год. Предположительно, создатель видео просто психически больной человек, который наслаждается вниманием. Не обязательно исключительно интернет, но веб-сайт Небесных Врат все еще работает и поддерживается. Это люди, которые совершили групповое самоубийство, потому что они верили, что если они умрут в то время, когда будет проходить комета Хейла-Боппа, они покатятся на ней через волшебные врата в рай, heavensgate.com. И если вы отправите им письмо, то вам ответит тот, кто был оставлен позади. В свое время существовал сайт под названием «Котенок Бонсай», в котором говорилось о продаже настоящих котят, выращенных в стеклянных банках. Это был фальшивый сайт, но люди действительно верили в это. Я была очень молодая, когда увидела этот сайт, и действительно поверила в это. Долго меня пугали, и я была так счастлива, когда я наконец-то поняла, что это фейк. Боже, я помню это! Были петиции и все такое, чтобы остановить этот так называемый вред. Я сидел на StumbleUpon и помню историю о русском мальчике, который знал древние цивилизации, хотя он был из маленького города в Сибири. Он утверждал, что был пришельцем, который был послан на землю и вырос в своем хозяине, маме. Не могу вспомнить, почему его послали на землю, но я не смог найти эту историю с тех пор. Никто до сих пор не знает, как Strong Bad набирает с боксерскими перчатками на руках. Он использует речь, чтобы писать. Он говорит все вслух, когда печатает. Движение рук – это просто привычка. Я не могу вспомнить название канала, но я помню загадку, которая была в первые дни на YouTube. Была одна девушка, которая делала влоги на свой канал, и у нее было много подписчиков. Затем она начала загружать материал о преследовании и боялась, что кто-то преследует ее. Через некоторое время она полностью исчезла и перестала загружаться. Это была Lonely Girl 15. Все это было подстроено. Я признаю, это убило меня на минуту. Не с первых дней, но истории и заговоры о цикаде 3301 звучат потрясающе, хотя жаль, что они не выложили загадку в течение многих лет, или люди не решили последнюю. Они действительно опубликовали одну относительно недавно, но были расстроены решением толпы, поэтому они удалили ее.
Был блог, который парень написал на своей домашней странице о том, как он, спелункер, исследователь пещер, нашел маленькую дыру в пещере, которая, казалось, простиралась дальше в пещеру, и он мог чувствовать ветер от нее. Поэтому он был одержим открытием входа, и в течение нескольких недель он писал в блоге, как он пытался увеличить отверстие и подразумевал, что он чувствовал себя обязанным сделать это, то есть подразумевать, что там было что-то злое. Последняя запись на всей веб-странице была похожа на «Хорошо, дыра теперь достаточно велика, чтобы я мог ее протиснуть. Завтра я собираюсь наконец увидеть, что там». После этого ничего не было, никаких дальнейших постов и обновлений, ничего. Это, скорее всего, забавный, но страшный тролль, который был довольно хорошо спланирован. Помогите мне, разве не было какого-то сайта, который казался бы безобидным, но при поиске в исходном коде люди находили то, что выглядело как форум для наемных убийц или для продажи оружия или чего-то еще? Был такой, назывался Lake City Quiet Pills. Джон Титор, путешественник во времени 2000 года, который никогда не предупреждал нас о катастрофе 11 сентября 2001 года. Я помню канал 666 на YouTube, где в основном были самые загадочные и кровавые образы. Люди в лужах собственной крови, выбитые глаза. И канал был закрыт через несколько недель после его запуска. После этого он распространялся только в крипипасте, но никто не знает, кто запустил канал и почему. Я знаю, что никто этого не увидит, но в первые дни существования 4chan на оригинальном 4chan Archives был пост от какого-то психически больного чела. И я вспоминаю, как он предсказывал довольно много вещей о президентстве Обамы, которое в итоге оказалось правдой. Это было опубликовано до выборов 2008 года, может быть, после первичных выборов. Я помню, как читал некоторые другие детали, которые меня пугали, но в то время я был молод. Сейчас я хотел бы еще раз посетить этот пост, чтобы прочитать его заново, но уже проанализировать его как взрослый. Это не совсем ранние годы, но более 10 лет назад на YouTube был канал Zohar 002, на котором были потрясающие аранжировки музыки Chrono Trigger и Final Fantasy. На канале 12 лет не было никакой активности и никто, кто же все-таки был его создателем. К сожалению, кто-то подал ложные заявления об авторских правах, и вся музыка была удалена с его канала. Эх. Еще в 2002-2003 годах я наткнулся на сайт, сделанный турецким или восточноевропейским молодым человеком для парализованного парня. Видимо, он пошел поплавать с друзьями, упал с высокой скалы и неудачно приземлился, и его полностью парализовало. Его брат, очевидно, создал сайт для него, чтобы они могли собрать какие-то средства для того, чтобы помочь усыпить его. Я переписывался с ним некоторое время, но он потерял интерес к разговору со мной, когда стало ясно, что я не смогу помочь ему найти веру в себя. Неважно, что я пытался ему сказать, он был полностью предан идее смерти и желал только умереть. Это было совершенно душераздирающе. Я до сих пор думаю о нем и думаю, что же с ним случилось дальше. Не знаю, будет ли это актуально в этом посте, но мой дедушка рассказал мне историю о своем друге, которого он никогда не встречал в реальной жизни. Его друг был странным ребенком. У него были серьезные проблемы с контролированием гнева и депрессия. Основная часть истории состоит в том, что друг дедушки исчез и оставил ему предсмертную записку, в которой говорится, что он был единственным человеком, который заботился о нем, и он искренне хотел бы встретиться с ним в реальной жизни, но сейчас уже слишком поздно для этого. Странная часть в том, что около 5 лет спустя он связался с моим дедушкой, сказав, что он жив и здоров. Мой дедушка в то время почти забыл о нем, но вскоре вспомнил и был сильно взбешен. Нерешенная часть в том, что никто точно не знает, что с ним случилось той ночью. Он пытался совершить самоубийство и выжил, или же он все это выдумал? Никто на самом деле не знает, что произошло тогда. cutoffmyfeet.com. У парня была сильная боль в ноге, и он хотел ее ампутировать, как было сказано на сайте. Он принимал донаты для участия в конкурсе, чтобы быть человеком, который через интернет сможет нажать клавишу клавиатуры, которая активирует самодельную гильотину, чтобы снять пораженные ноги. Все заранее было запланировано с точной датой и аудиторией. Скорая помощь была заранее вызвана. Я так и не узнал, чем закончилась эта история. Я помню, как наткнулся на странную веб-страницу, где парень описал в очень чувственных выражениях, как заниматься любовью с дельфинами. Он утверждал, что они могут на 100% согласиться на секс, и что он понимает их. Мне всегда было интересно, была ли эта страница выдумкой, или у него действительно были интимные встречи с морскими млекопитающими. Но лично я считаю, что секс с дельфинами был бы отличным способом получить себе какую-то травму или вообще умереть.
А на этом видео заканчивается. Ссылка на мой телеграм-канал все так же находится в описании. Ну а если вы хотите войти в историю, оставьте любой комментарий под этим видео. А для того, чтобы не пропускать вечерние премьеры моих роликов, на которых мы с вами дружно общаемся, советую нажать на колокольчик. Спасибо, что поставил лайк и подписался на канал. До завтрашнего вечера. А вот, кстати, парочка комментариев с предыдущих видео.